Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И в конце ролика «Атмосферное давление» мы задавали вопрос, каким образом удерживается вода в перевернутом стакане, закрытом бумажкой. А я сейчас буду закрывать его даже не бумажкой, а дюралевой пластинкой. Переворачиваю стакан, убираю руку, и вода не выливается. И многие дали на этот вопрос совершенно верный ответ. Вода удерживается разностью давлений. И давление воздуха внутри стакана чуть меньше, чем атмосферное давление. А насколько оно должно быть меньше? Ну, у нас толщина слоя воды здесь составляет 5 сантиметров. Это 1/200 от 10 метров, то есть от одной атмосферы. Ну и, соответственно, давление воздуха внутри стакана должно быть меньше на 1/200 по сравнению с атмосферным. Ну, значит, воздух должен расшириться на 1/200 своего объема. По высоте он составлял примерно 2 сантиметра. 1/200 от 2 сантиметров – это 1/10 миллиметра. Ну и таким образом пластинка в действительности опускается на 1/10 миллиметра. Там есть небольшая щель, но давление воды теперь равно атмосферному на пластинке. И вода не вытекает из этой щели благодаря действию поверхностного натяжения. Собственно говоря, это все объяснение. Спасибо вам большое за внимание.